Ладно. Я хочу Нет. посмотреть самые продаваемые игры в Стиме. Итак, в Стиме. С 2012... А когда Steam вообще вышел, появился на свет? В каком году? В 2003-м? А чё статистика с 12-го только? Ну ладно, окей. Но я предполагаю, самая продаваемая игра в Стиме, наверное, PUBG. Хотя GTA 5 же тоже там есть. Итак, дата. Август 12-го, на тот момент, Team Fortress 2, Dota 2, Counter-Strike, Football Manager 2012, Skyrim. У нихуя. Подожди, Dota 2... А, самые скачиваемые... А, игры, в которые играло больше всего людей. Господи, блядь. CSGO играло 16 тысяч? 15 тысяч? Ебать, а чё вообще как? Она говно была? А, она ещё и платная была, я понял тебя. Ё-моё, а чё так игры меняются часто? Пиздец! Ага. А где... Окей. О, я в эту хуйню играл, кстати. Очень давно еще, я помню. Я даже видео записывал. Блять, что самое забавное, в эту игру я играл с VG-линком. Есть такой, короче, VG-линк, который там сейчас вообще полный лютой хуйней занимается. Вот. А, но тогда он стримил, в игры играл. Вот. И я с ним играл в Унтюрнет. Кстати, вроде до сих пор эта игра актуальна. Она до сих пор существует. Дайте я зайду в Steam, посмотрю вообще, как там, ну, по статистике, соответственно. Ой, блядь, дизайн поменяли. Чё? Лидеры продаж? Эй! Что это за хуйня? Они дизайн поменяли, господи, блядь. Так. О! Вунтюрнет, ебать его рот, сейчас играет. 55. 6 тысяч человек. Охуеть. Это уже сколько лет прошло? 8 лет. А как так? Что вообще там? Она реально настолько интересная? Опа, нихуя полетела. Можно потише, пожалуйста. Так, это опять. Что-то как-то GTA 5 вообще неудачно влетело. Бамс. И... все. Какой год? Ну вот же, блядь, написано. Июнь 15-го года. Так, релиз Fallout 4, я понял. О, что? Что, блядь? The Division. О, господи, блядь, Dark Souls 3 вышел, окей. Блядь, тут просто игры летают туда-сюда, я не могу поймать нахуй. Нахуй. Чат 110, а что такое? Ой, ёб твою мать, блядь. Так, когда там GTA 5 RP стало массовым и набрало популярность? Оба, PUBG. О, все. Сейчас PUBG на первое место вырвется. Но ненадолго, к сожалению, потому что сейчас, если я прямо сейчас посмотрю, в PUBG играет 140 тысяч. Нихуя полет нормальный. Ебать! Ебать, что, блядь? Ни хрена себе! Ебануться. Что, серьезно? Бля, накрутка какая-то. 1,5 ляма просто. Неплохо. То есть, получается, PUBG это самая популярная игра в Steam за вообще все время существования Steam. А, это все китайцы. А у них разве Steam доступен?
Шо? Monster Hunter. Что это вообще за игра? Так. Ну я смотрю, тут это. Дота. PUBG, Дота. PUBG. Ну, Дота опять вернула, скажем так, свою позицию. Скайрим что-то туда-сюда прыгает. Это шо? Total War. Total War. Rainbow Six. Ова, GTA куда-то начала это взлетать чуть-чуть. Что? А, Destiny 2, окей. Футбол менеджер. Террария. Кто это? Опять Monster Hunter. Что это, блядь, за игра вообще? Тоже, видимо, что-то китайское. Нихуя КС-очка полетела. Нихуя себе террария, ты шо? О, Fall Guys! О, Among Us, нахуй! Ля, сука, ничего себе. Бля, я помню эти времена. Это, да, это 2020 год. Карантин, вся херня. И многие стримеры тогда еще играли в Among Us. Ну и я в том числе. Блядь, были времена, сука, когда все вместе собирались в Дискорде, играли в Among Us. Весело было. Слушайте, а может собрать еще раз людей в Among Us поиграть? Я че, блядь? Сколько там надо? 10 человек, да? Бля, сейчас будет тяжело 10 человек набрать. Мазелов. Я же не могу расщепить Мазелова на 10 кусков, блядь. Мазелов, Антоха. Братишкина, конечно, звать можно и не звать, он вряд ли придет. Ну, я имею в виду, ко мне на стрим. Вот, это если я буду собирать свой, ну, у себя здесь. Дрейк, Антоха, Мазелов, блядь, если Антоху расщепить, конечно, можно и 100 человек собрать. Зубарев? Ебать, ну да, кстати, Зубарев, ладно. Но его тоже будет сложно выцепить, мне кажется. Диппинс. Так, Ломака. Так, уже 6 человек есть. Ломака. Дизи. Блять, ну его многие не поймут, и он многое не поймет. Так-то, конечно, Дизи тоже можно, предположим. 7 человек. Гвин, 8 человек. Моргенштерн, ага, сейчас, блять. Алина? Ну тоже можно, да. Предположим, уже 9 человек. Татьяна. Силажик. А у него сейчас есть возможность вот так вот неожиданно ворваться куда-то. Мне кажется, он... Ну, сложно ему будет. Так. Стинт. Вот, 10 человек уже, в принципе, имеется. Леша, блять, когда Бурмалда Санэ, когда на Трово будем смотреть, как ты сливаешь дом в Америке. Ну, ебана в рот. Удачи, Леша. Сам ты Леша, блядь. Эй, ебу. Артём Вульф, вы шо, ребят? Не, он охуенный парень. Но он в игры вообще не играет. Мне кажется, как бы звать человека, который в этом не разбирается и никогда не играл в это, ну... А есть ли смысл? Пятерка. ДК, кстати. Ну, не Дмитрий Куплинов, а... Какой нахуй Финаргот? Вы чё, у нас порвет всех. Мы же так чисто на расслабоне хотим. Бля, ну это, видите, это все о мысли. Пойдет ли это дальше мысли? Жору. Васю. Стаса. Кого еще можно позвать? Жмеля. Кого еще позвать можно? Читбан это, кстати. Хелье. И Манурина, кстати, еще можно позвать. Вот, далее, да, какой стак из 7 человек получится. Ну и Иван Зола. Все. О, Киберпунк. Хуй. Не, нормально, в принципе, игра, ладно. Вот тут Раст что-то как-то поднабрал немножко.
Вальхейм, Так, сейчас у нас Lost... Что, блядь, Lost Ark? 200 тысяч человек сейчас... Что, блядь? Извините, Lost Ark — это же игра, которую я рекламировал, правильно? Как нахуй 200к? Откуда? Что, блядь? Почему? Это все моя реклама, что ли? Сработала, только она что-то немного с опозданием. Охуеть. Так, Apex. Ну, я не знаю, мне не нравится. Team Fortress 2. 100 тысяч. Чего, блядь? Игре уже сколько лет, в нее все еще играют. Rust. 40 баксов? 82 тысячи. Террария. Destiny 2. Ну, хуйня же, ну. FIFA 23. Ебать, 70 долларов. Это пиздец. War Thunder. 47 тысяч. Что, блядь, откуда этот онлайн? Dead by Daylight. На удивление, кстати, до сих пор игра актуальна. New World. 39 тысяч. Rocket League. L. Там буква L. Значит, тоже почти 40. Это что-то нет. Вообще непонятное, блядь. Евротрак симулятор. Я удивлен, конечно, что так много людей в это играет. DayZ. 35 тысяч. Ну, что-то такое себе. Вот за эту игру, на самом деле, мне обиднее больше всего. Потому что тогда она очень хайпанула. И когда они начинали разрабатывать игру отдельно, я думал, бля, это будет самая охуенная игра. По крайней мере, в этом жанре. Но что-то как-то не зашло многим. Всем. Почти. Так, что тут еще есть? Фазмофобия 22 тысячи. Охуеть. Ну, вот эта игра что-то резко популярность свою потеряла. В нее недавно играло очень много людей. Под 100 тысяч, если не больше. Теперь всего лишь 18 косарей. Да, спасибо. Тебе очень идет эта кофта. А, да? Поля, спасибо за 333 рубля. Баллон, блядь, какой-то. Что это вообще такое? Саундпад. Ебать, Дрейк. 14 тысяч раз просто программу свою запустил. И теперь здесь показывает, что ей пользуется столько людей. Ну ладно. Sims 4. 12 тысяч сидят сейчас, блядь, свою семью там создают. Ля, ебанутые, блядь. Скам. Тоже хуйня какая-то. Но при этом 10 тысяч человек в нее сейчас играет. Куки-кликер? Что-то, блядь. Какой гоу? Вы что, серьезно, блядь? Я буду сидеть и кликать? На кой хер оно мне, скажи? Журу позови, чтобы не так было скучно на твоем стриме, а то каждый день унылая хуй табашенка волосатая, ты моя. Хорошо, Илья, позову. Сыглы. Вообще, онлайн Dota 2 и КС-очки часто зависят от того, как, ну, типа, есть какой-то турнир или нет. Вот сейчас начинается International, правильно, да? International, соответственно, и в данный момент в Доту у нас, соответственно, играет, соответственно, 500 тысяч человек. 500 нахуй тысяч. А, уже идет. А, да? А, ну... Ну вот, пожалуйста, 500 косарей. Хотя... Ну, на финале будет, я думаю, миллиончик. Мажор в CSGO. Ебать. Во! Вот она это, New World тоже. Сколько там было, блядь? 356 тысяч. Это, конечно, пиздец. Мне, кстати, интересно, разработчики вот игр, когда они резко набирают большой онлайн, а потом его постепенно теряют, или резко теряют, неважно, они чувствуют то же самое, что и стримеры, которые, знаете, там в определенный момент хайпуют на какой-то теме, большой онлайн, а потом этот онлайн падает, соответственно, да, возвращается к тем... значением, которые были изначально. Им также грустно из-за этого. У них тильт.
Опа-на. А вот, вот. Что? Lost Ark, подожди. Так это еще в феврале 22 года Lost Ark имел такой онлайн. 645 тысяч. Как, блядь? Как? Почему? Elden Ring. Как? Что? Что, блядь? Что за хуйня? А в чем проблема? Как так?